Фермерское хозяйство «Ильин» основано было 30 лет назад. Я являюсь главой фермерского хозяйства с 2002 года. Земли у нас порядком 4000 гектар, 40 единиц техники. Занимаемся растениеводством, естественно. В хозяйстве у нас имеются две жатки Sunstream 9,2 метра. Агрегатируются они тормом 785. Решил приобрести безрядковую жатку. Сезон отработала, полностью устраивает. И в этом году, естественно, приобрели еще одну. Вторую жатку. Ключевые преимущества этой жатки – это скорость. Во-первых, безрядковая жатка чем удобна? Она, значит, что окашивать поле, мало потерь, что, допустим, где-то клин остается, мало потерь. В любом положении, будь это поперек, вдоль, в любом она способе работает хорошо, себя показала отлично. 9,2 метра, у ней вес легкий, нагрузка меньше на жатку. Естественно, меньше топлива комбайн израсходывает. В процессе уборки жатка дает в МСУ корзинки с минимальной длиной остатка стебля. Таким образом, разгружается система очистки комбайна и повышается частота бункерного зерна. Данная жатка показывает хорошие результаты. Вот. Убирает она порядком 40 гектар за смену при скорости 9 км в час. Что еще могу сказать? Купил вторую, куплю третью. Будем продолжать дальше развиваться. Ростсельмаш. Агротехника профессионалов.